что, друзья, судя по небу над Барселоной, оно абсолютно чистое. Видимо, самолеты не летят в Барселону еще. Неизвестно, открыли ли границы или не открыли испанцы. Может быть, куда-то и вылетают самолеты, но сейчас мы пойдем на набережную, на пляж, и там посидим тоже, посмотрим. Может быть, какие-то самолеты заходят реально на посадку в Барсу. Может быть, мы что-то и увидим. Но пока, судя по небу, а оно реально абсолютно чистое, что-то самолетов вообще не наблюдается. Обычно в любую минуту, как не поднимешь голову и посмотришь в небо над Барселоной, всегда видишь одновременно несколько пролетающих самолетов над Барселоной в разные стороны. Обычно их бывает всегда 6-8 самолетов одновременно, ежеминутно. Когда бы не поднять голову, в обычном режиме всегда летают самолеты над Барселоной, потому что это мега популярное направление. А сейчас пока здесь реально пусто. Мы идем дальше, посмотрим, что будет. А вот, кстати, есть кое-какое движение в воздухе. С горы Монжуик и на гору Монжуик идут вот такие трамвайчики. Один раз я всего лишь на них катался, когда ко мне прилетал друг с женой из Москвы, Максим, со своей возлюбленной, и мы тусили. Ну, конечно, так, высота 30 метров, то есть 10-этажный дом, да ну ничего особенного. Аттракцион как аттракцион, отдавали мы, по-моему, по 11 евро с человека. Здесь все занимаются спортом, кто каким, правда, кто вот греблей, кто занимается футболом, здесь очень много футбольных клубов, теннис, падаль очень развита сильно, волейбол на пляже безумное количество и так далее. А мы идем дальше. Друзья, кстати, вот вы видите ту футболку самую, которую я сделал по макету своей картинки Скрудж Макдак в Луи Виттоне в цилиндре и в ночном, грубо говоря, костюме. Так что вот такие пирожки. Именно это как вдобавок идет к тому видео, которое я снимал предыдущее, для чего я начал рисовать картинки, как я буду монетизировать свой канал, как я буду монетизировать свою всю продукцию, чем я занимаюсь. Чему я могу вас научить, это тому, что надо смотреть шире. Кто не умеет думать, кто не умеет рисовать, я могу подсказать, научить. Обращайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, выходите на связь, подписывайтесь на мой инстаграм. В инстаграме вы найдете всегда связь со мной, вы можете написать мне в директ, я всегда читаю, в принципе, ну, стараюсь читать. Я могу ответить, дать совет, также взять на обучение. Ставьте большой палец вверх. С вами Слава Андрианов из Барселоны. Мы идем дальше. Ну что, друзья, я нахожусь на набережной Барселоны, на Барселонете. Самолетов нету и не наблюдается пока. Будем ждать дальше. Всем привет из Барселоны. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. С вами Слава Андрианов, стилист-парикмахер международного класса. И я иду дальше. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видосиках.